портфель Комдор Авто, официального дилера и крупнейшего центра коммерческого транспорта в Восточной Европе, пополнился новым брендом. Теперь помимо марок MAN, HINA и Photon, в него также входит DEU. Лидер Групп, именно так называется дочерняя организация компании Комдор Авто, специализирующаяся на корейской технике, предлагает клиентам широкий спектр услуг. В частности, гарантийное и постгарантийное обслуживание, грузовую эвакуацию, мойку и шиномонтаж. А также, разумеется, большой выбор новых автомобилей. На нашей площадке представлены новые модели, новые машины, разнообразный модельный ряд, начиная от рефрижераторов разной компоновки, 4 на 2, 6 на 4, 8 на 4. Также у нас есть манипуляторы такой же компоновки, 4 на 2, 6 на 4 и 8 на 4 в будущем. И мы также предлагаем нашим клиентам самосвалы, трехосные и четырехосные. Тем, кто присматривается к новой машине, компания «Лидер Групп» готова предложить длительный тест-драйв. Клиент при желании может взять понравившийся грузовик на месяц и испытать его в реальных условиях. Что же до сервиса, то площадь ремонтной зоны позволяет одновременно обслуживать от 12 до 18 автомобилей. Предусмотрены кузовной цех и отдел запасных частей. Причем, что интересно, не только дилерский, но и дистрибьюторский. На нашей территории базируется дистрибьютор. Дистрибьютор базирует здесь центральный склад запасных частей, что дает большие преимущества для быстроты действия во время ремонта, для принятия решений. Иными словами, клиентам «Лидер Групп» не нужно подолгу ждать запасных частей или вынесения вердиктов по гарантийным случаям. Другое преимущество соседства с дистрибьютором – тесное сотрудничество с техническими специалистами бренда. То есть, если в ходе ремонта у механиков возникают какие-либо сложности, их коллеги из DEO могут всегда оперативно оказать помощь. Мы обладаем опытом, тем, что клиенту всегда здесь нравится появляться, клиент доволен нашим взаимодействием. Поэтому мы считаем, что компания DEO попала в очень хорошую, благодатную почву и надеемся на большие-большие успехи в ближайшем будущем. В ближайших планах дилера – расширение модельной линейки DEO за счет коммунальной техники и совершенствование сервисных процессов. Ведь самое главное для компании «Лидер Групп», как говорят ее представители, – забота о клиенте и предоставление качественных услуг.